Не знаю, как вы, а я очень ждал этот день. И не потому, что сегодня наступило лето. Просто была надежда, что корона пойдет на спад, ограничения снимут, и новая эра действительно наступила. В минувшие выходные с мыса Канаверал, это в США, стартовал первый в истории частный пилотируемый корабль. И это действительно большой прорыв. Не мог не упомянуть об этом, я смотрел все трансляции, но вернемся на Землю. Родители детей от 3 до 16 уже начали получать обещанные 10 тысяч рублей. Напомню, помощь можно оформить до октября 2020 года. Вторая выплата, которую вы упомянули, это выплата 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3 лет. Объем выделенных средств на эти цели составляет 74,6 миллиарда рублей. Не могу не упомянуть и 69,5 тысяч семей, которые получили жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6%. А вот бизнесменам сохранить бюджеты и нервы поможет другая инициатива правительства. Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Это решение коснется всех отраслей. Мы были в космосе, изучили ситуацию в масштабе страны, теперь посмотрим на Ленинградскую область. В 47-м регионе остается все то же деление на зоны. Они такими кругами расходятся от Петербурга. Сперва красная. Здесь без маски и шагу не ступить. Зато уже можно пойти в музей, навести марафет и подлечить зубы. В желтой зоне чуть проще, здесь откроется общепит, а в зеленой зоне заработают кинотеатры. А вот еще одна хорошая новость. В рейтинге эффективности регионов по борьбе с коронавирусом Ленинградская область занимает второе место сразу за столицей. А это значит, что можно строить планы и на месяц вперед. С 1 июля в 47-м регионе заработают и детские лагеря. Самый главный пункт, он самый сложный. Это невозможность в течение 21 дня посещения ребенка. То есть родители приехали, заявили, там ребенок выходит там в определенную, так сказать, точку, где можно с родителями общаться. Этого не будет. Но главных новостей стоит ждать во вторник. Правительство разработало масштабную программу по поддержке российской экономики. План включает 9 разделов и содержит 500 мероприятий. Документ Михаил Мишустин представит Владимиру Путину.